Девчат, всем ассаламу алейкум, доброго времени вам всем. Сегодня я буду варить моющую пасту из остатков мыла, что у нас остается у многих, я думаю. Многие пользуются и хозяйственным мылом, и отбеливающим вот таким вот мылом. Остатки бывают. У меня с того года еще были остатки, по-моему, даже еще у дочки я брала. Вот в таком контейнере от ваниш я собираю, заливаю водой. И вот эти вот остатки мыла, они у меня хранятся. В этом году я не успела еще постирать с ними ковры, поэтому у меня их достаточно. Надо будет использовать и сделать пасту. Что будем мы добавлять сюда? У меня где-то примерно полбанки, это 1,5 литра баночка. Вот столько где-то у меня собралось их, вот эти остаточки. Я протерла, видите, через терку протерла мыло. К нему также, хотя у меня нету посудомоечной машины, использую иногда. Вот при переезде в эту квартиру покупала, отмывала стены. Сильно пенится, если не разбавлять хорошенько водой. Если добавить достаточно воды, то не бывает такой большой пены. Для хорошего эффекта я еще добавлю к этой массе. Можно добавить штуки 5, можно 2-3. Смотрите, регулируйте. Например, сегодня один раз приготовили. Если вам показалось, что малоэффективна эта паста или что-то там, какие-то пятна не убираются, можете чуточку добавить все-таки. Варите все это дело, у вас уходит время. Я добавлю 5 штук. Сейчас к этой массе нужно добавить где-то меньше половины кастрюльки воды. Добавьте горячей воды, быстрее растворится. Будем мешать и до растворения уваривать вот эту массу. Еще нам понадобится сода пищевая. Сейчас я залью все это водой. Воды сначала мало добавляем, чтобы быстрее растворилась и перемешалась у нас, соединилась эта масса. Затем по мере густоты, как это растворится, добавим соду. Затем по мере густоты можно будет или же долить еще воды, или же соды можно будет еще. Но когда мы оставляем это все на ночь, эта паста загустеет еще больше. Девчат, смотрите. Уварила я до тех пор, пока у меня мыло растворилось. Состав еще горячий у меня. К нему я еще вот добавляю кислоту лимонную и соду. Соду я 0,5 стакана. Вот у меня стакан, примерно на глаз берете. Я уже 0,5 стакана добавила туда. Я буду еще добавлять еще где-то меньше половинки. Когда добавляете соду, масса начинает вспениваться, поэтому я перелила в другую вот эту посуду, в другую. Смотрите, перемешиваем. Посуда запасная должна быть, потому что масса горячая. В горячей все растворяется хорошо. И вот от 50 грамм у меня вот оставалась кислота лимонная. Ее я тоже сюда добавлю для лучшего эффекта нашей пасты.
Вот так вот. Лимонная кислота, сода, остатки мыла. Видите, все пенится. Начинает, идет реакция кислоты, соды. Хорошенько все перемешиваем. И когда слегка вот это угомонится, вот эта пена, будем все вместе соединять. Она должна загустеть у нас. Когда остынет, уже видите, вот пока уже в виде пасты, вот она еще горячая. Поэтому ждем чуть-чуть, чтобы все остыло. Соединяем. Затем все вместе в какой-то таре, чтобы все поместилось, чтобы разбавить все до однородной массы. И получится у нас вот такая вот паста из остатков. Конечно же, можно купить, но уходит минуты 10 от силы, чтобы приготовить все это. Девчата, прошло около 10 минут. Смотрите, только 10 минут прошло. Смотрите, вот еще горячая даже. Видите, как загустела масса. А здесь у меня остатки мыла были все для рук. Если вы добавите хозяйственное мыло, остатки хозяйственного мыла, средство будет еще более мощное, чем мыло для рук. Ну, вы сами знаете, хозяйственное мыло очень, очень хорошее. Вот так вот дадим еще хорошенько остыть этому средству. И по баночкам, по любым баночкам удобным. Лучше пластмасс, конечно, чтобы где-то что-то не разбилось. Покажу вам на примере. Эта плита у меня старая в этой квартире. Квартира съемная. Видите, вот здесь я почистила этой пастой сверху. А тут, смотрите, вот пятна, вот эти пятна. Видите, тут пятна остаются. Они, даже если протрешь каким-то средством, они трудно уходят. А вот с этим средством, вот я сейчас протерла здесь, очень даже хорошенько отмывается все. Также была сковородочка у меня. Я ее не чистила. Видите? С пастой почистила. С щеткой, конечно. С железной такой. Вот такая вот щеточка. Но без пасты, с другими средствами, эта сторона отмывается тяжелее, труднее. Сколько не трешь, трудно. А вот это средство, оно очень хорошее. Девчата, готовьте такое средство сами. Это, во-первых, вы экономите свои деньги. И выходит, конечно, намного-много. Вот была пол баночки вот этих мыльных остатков. И видите, вот в такой кастрюле сколько у меня средства получается. Также более экологичное получится, если вы не будете добавлять таблетки для мытья посуды, а добавите, к примеру, сок одного лимона, залитым кипятком, прям с кожурой, настаивайте его, добавляете. И плюс делайте на хозяйственном мыле, на черном вот мыле обычном. Так будет экологичнее это средство. Как-то так вот, девчата. Надеюсь, многим, особенно молодым, это средство, конечно, готовили. Наши бабушки, мамы готовили. Еще скажу, мама моя покойная, да, Гештельцун, знаете, что она делала? Перед тем, как готовить, обычно, когда чепалк, шлепешки, вот жареные пирожки, она вот прямо брала вот так вот, вот вокруг плиты, обсыпала, по-моему,
Карбонат, по-моему, сода другая. Кальцинированная, да. Вот с содой кальцинированной. Засыпала, и когда что-то вот масло проливалось, то получалось намного легче очищать это все. Ну, может, кому-то вам пригодится, девчата. Буду рада. Оставьте свой отзыв. Готовили вы такое средство? Был ли у вас такой опыт? Надеюсь, кому-то молодым пригодится. Не выбрасывайте. Собирайте вот эти мыльные остатки. Если совсем не пользуетесь мылом кусковым, советую взять хозяйственное мыло и приготовить на хозяйственном мыле. Всем мира, добра, здоровья вам, дорогие. Машайлшу. Ассаламу алейкум.